Добрый вечер, дорогие друзья. Я рад вас всех приветствовать здесь сегодня в кафе «Винегрет» на очередном нашем вечере музыкально-поэтическом. Спасибо вам огромное, что вы откликаетесь на наше приглашение. Те, кто здесь первый раз, осматривайтесь, заказывайте себе покушать. Слушайте, сегодня у нас в гостях прекрасный автор из города Москва, наш большой друг Григорий Донской. Давайте мы встречаем его, Григорий выходит на сцену.